Сегодня чудесный, морозный, солнечный день, и мы решили прогуляться. Наш путь идет в Хохловский переулок. По дороге туда перед нами появляется кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла. Это лютеранский собор в Москве. Главный собор региональной евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России. Приход церкви святых Петра и Павла в Москве – один из старейших лютеранских приходов России. Собор является одной из двух действующих официальных лютеранских церквей в Москве, наряду с церковью Святой Троицы на Веденском кладбище. Расположен он недалеко от метро «Китай-город». К сожалению, внутрь попасть не удалось, потому что он был закрыт. Община церкви была образована в 1626 году, когда от старой московской лютеранской общины святого Михаила отделилась новая община под руководством пастора Якоба Нойнина.